Здорово! Прибывающие! Привет! Привет! Райдинг сегодня у нас раскаточка перед большим приключением. Хорош! Как котик? Еще один дроп. Все готовы к настоящим приключениям. Как всегда, наш бессменный пилот Глеб Михайлович. Ну и я, Кова и Артем. Что, погнали? Как настроение? Настроение бодрое. Наконец-то дождь. Наконец-то дождь. Пернаус, ребятки. Говорят, здесь дешевые квартиры в этих домах. 50 тысяч всего. Продаете велик, берете здесь две квартиры. И сдаете. Доплатой. Это, ребята, просто выход из магазина «Магнит» где-то в горах. Ну вот мы и на поляне Чигет. Живем вот в такой уютной гостинице «Заповедная сказка». Вот. И сегодня решили немножко поменять программу. Поехать сейчас на обсерваторию Терскол и подняться пешком до 105-го пикета. Затем съехать по трейлу до водопада Девичьи Косы и потом по срезочкам в Терскол. Что ж, друзья, мы поднялись к обсерватории Терскол. Вот такая погодка сегодня здесь. Впервые за 2 года на машине заехали сюда, давненько не заезжали. Вот она, обсерватория. Вот ущелье Терскол. Впереди нас в облаках Чигет. И сейчас наш план заключается в том, что у нас сегодня климатизационный выход. Нужно подняться вот на ту балду до так называемого 105-го пикета и спуститься по трейлу, идущему траверсом вот этого склона. Друзья, наблюдаем вот такую красоту, смену погоды. Облака поднимаются на наших глазах. Вышла радуга. Если ее видно вот здесь. И вот такое вышло солнце. Смотрите, любуемся, стоим красотами. Вообще, никакая камера, правда, красоту эту не передаст. Там мы видим ледник Терскол, вот он торчит. Вот здесь вид на ледник, гора Баши, вот прям его языки спускаются вниз. И сейчас мы спустимся вот туда, вот в седловинку. И поедем вниз вот там по фрирайду. Зацените масштаб. Вот туда. Снова налетела непогода. И мы пережидаем вот в таком вот хостеле. Да здесь лучше, чем у меня дома. Накрывай. Огонь. Хорошо, что он здесь есть. Что-то прям так внезапно налетело на нас. О, заходи, Денечка. Снег срываться стал. Начинаем спуск. А это наш гид. Безумно замерзли руки. Погодка сегодня нам немножечко подкосила. О! Давайте приостановимся. Просто охрененный вид. Просто к мускулу. А держак ты заценил? Держак. Просто, реально. Я как будто прямо в маунтинбайкерском фильме, как будто я, я не знаю, там. А что вы, ребята, друг другу аплодируете? Неужели у вас замерзли пальцы? А сегодня, между прочим, 6 сентября. А мы стоим и трусим пальцы, как будто мы в январе. О. Кайф. Короче, Саня сломал обод. Максис и карбоновая вода. Это я вам скажу. Ну что, пошел град. Саня до сих пор еще качается. Я говорю, что ты поменял. Поставил презервативчик. И вот мы продолжаем. Вот
там у нас поляна Зау. А вот там у нас поляна Чигет. Это северные цирки Чигета. Немножко поиграли по фрирайдеров. Красиво здесь. Красиво и фаново. Огонь. Было классно, но сыро, к сожалению. Вчера мы ворвались в сухую, жаркую, теплую погоду Кавминвод, а сегодня мы оказались в чме при Эльбрусе. Ну, в принципе, мыть сегодня что-то бесполезно, потому что завтра нам предстоит кататься по чму на Чигете. Хотя, смотри, там, по-моему, Господь Бог прям сам вот в этих, из этих облаков пытается красивенько, вывести. Красивенько. Хорош. А может быть, мы даже увидим Эльбрус. Ну что, парни, ну-ка дали пятерочку.